Нурсултан Назарбаев прилетел в Беларусь на заседание Евразийского экономического совета. В Минском дворце независимости он встретился с Александром Лукашенко. Лидеры говорили о сотрудничестве между государствами в самых различных областях. Как известно, стержень взаимоотношений – торгово-экономическое сотрудничество. Наша страна входит в тройку крупнейших партнеров Беларуси в рамках СНГ. Мы начали по тяжелому машиностроению, бытовое машиностроение сейчас идет, трактора и по другим отраслям работать еще много. Мы в Казахстане настроены поднимать все выше планку нашего двухстороннего сотрудничества в экономике, промышленности, в сельском хозяйстве и в образовании, и по другим отраслям. Благодарю вас за то, что вы приехали к нам. У вас такое турне по всей Европе, через Москву, Минск. Я думаю, что особых проблем в наших двусторонних отношениях сегодня нет. Даже в сложные времена, когда мировая торговля проседает, у нас и товарооборот идет. Я думаю, что нам есть смысл сегодня обменяться мнениями накануне Совета Высшего о перспективах нашего союза и о сложностях, которые так или иначе возникают на этом сложном, непроторенном пути. И у вас как раз после московских встреч и выступления вашего в МГУ тоже есть, может быть, какие-то новые свежие идеи, я с удовольствием бы их выслушал.